Задолженности напоминают о себе, когда вы ждете этого меньше всего. Что это может быть? Долги по налогу на авто или имущество, а может быть извещение о судебной задолженности? Что делать? Идти в банк или в налоговую? И как проверить реквизиты? Быть в расчете с государством бывает непросто. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь ваши заботы по задолженностям вы легко сможете решить в любое время в удобном для вас месте. Убедитесь, что транспортный или имущественный налог не превратился в задолженность. И оплатите его с гарантированной надежностью. Портал работает напрямую с налоговой инспекцией. Чем суетиться при встрече с инспектором ГИБДД, лучше заранее позаботиться о неоплаченных штрафах. На госуслугах используется официальная база ГИБДД, а оплата надежна, как в банке. А если все-таки упустили время оплаты штрафа или налога, и есть решение суда? Не дожидайтесь запрета на выезд из страны и проверьте свои судебные задолженности на портале в пару кликов. Теперь вести спокойную жизнь намного проще. Госуслуги. Проще, чем кажется.